6 часов утра. Точнее, без 7. Брест не спит. А все почему? А потому что сегодня 21. 22 июня уже. 22 июня известная всем дата. Но это не праздник, это дань памяти. То есть началу вероломного наступления фашистов на нашу могучую страну. Дает распоряжение о введении дополнительных сил. Чтобы сделать кольцо окружения максимально плотным, не возобновляет обстрел крепости из тяжелых орудий. Крепость решила взять огнем и измором. 19:00. Немецкие подразделения стали оттягиваться назад и отгаживаться. До наступления темноты немцам так и не удалось добиться ожидаемого успеха. Штурм превращается в осаду. Заканчивался самый длинный день лета 41-го. И вряд ли когда-либо сотни тысяч людей в одночасье, превратившихся во врагов, ожидали темноты с большим нетерпением. Июля. 5 часов утра. На цитадель и Кобинское укрепление накатил огневой вал. С позиции по ту сторону бука бьет штурмовая артиллерия. Сотни снарядов. Море огня. В перерывах артподготовки немцы пытаются атаковать. Их встречают пули. Штурмовики залегают. Снова оглушающие залпы. Над крепостью фонтаны дыма и пламени. Пауза. И все повторяется по кругу. Через пару часов бывшую границу пересек спецавтомобиль с рупорами на крыше. Примерно в 9 утра через динамики раздались призывы о капитуляции. Сопротивление бесполезно. Немецкое командование предлагает вам сдаться. Товарищи, осажденные цитадели в их ритовках. Внимание! Внимание! Немецкое командование обращается к вам последний раз и призывает вас, чтобы вы безоговорочно сдались. Ваше положение безнадежно. Вельса, Рида, Мундена и Бранау, считающие себя защитниками Запада, все больше понимали Восток. Защита между пощадой и почти никогда ее не дает. Из воспоминаний командира 135-го пехотного полка полковника Фридриха Юнга. Вряд ли кто-либо из русских задумывался о сдаче. Они смело сражались до последнего человека. Весь день, 23 июня, призывы к сдаче в плен чередуются с артиллерийскими налетами. Будут обращаться с вами. Вам дают один час времени на отношения.
и казематов крепости находились не только красноармейцы и командиры, но и женщины и дети. В силу обстоятельств их судьба зависела от тех, кто на разных участках руководил обороной. Им предстояло принять непростое решение. Они понимали, что Красная Армия отступила далеко на восток. Гарнизон крепости в Капкане 24 июня. Не в силах смотреть на страдания женщин и детей, защитники приняли решение отправить их в плен. Они знали, что враг жесток, но надеялись, что может быть он пощадит детей, и они будут спасены. Из укрытий начали выходить женщины, дети, гражданские. Вслед за ними раненые. Добивай немцев. А вот еще вышел.